Вот так смотришь на что-то и видишь чудо, скрытое внутри. А двое уже могут разделить это чудо. Мы все источаем искры воображения. Так давай искрить вместе. У каждого из нас в голове есть строчка кода, управляющая творчеством. Она формирует мыслительный канал, способный дотянуться до самых дальних уголков фантазии. Так давай же строить! Вместе мы сумеем раздвинуть границы так далеко, что они затеряются на звездном небосклоне. Давай летать! Объединим наши желания и начнем творить. Все жители этой сферы мечтателей плодят новые идеи. И эти идеи возносятся вверх и вливаются в мир воображения. Истинное пристанище творческих устремлений. Так давай, возвращайся туда, где тебе всегда были и будут рады. Little Big Planet. Когда ты попадаешь на Little Big Planet, то превращаешься в идеальное воплощение себя, симпатичного шерстяного искателя приключений по имени Сэгбой. И он — это ты, просто обаяшка. Для перемещения используй левый джойстик. Если сдвигать по чуть-чуть, будешь еле плестись, а если посильнее — бежать. Давай, побегай и попрыгай. Для этого нажимай кнопку действия. Короткое нажатие, мелкий прыг-скок. Долго. Покинуть старушку Землю и оказаться в мире Little Big Planet – это все равно, что заново родит. Ты заметил, что Сэгбои разгуливали по миру воображения с совершенно каменными лицами, потому что они, видите ли, заняты текущими делами. Но теперь это останется в прошлом. Можно менять выражение тряпичного лица с помощью кнопок направлений. Это просто. Нажми кнопку вверх, чтобы мило улыбнуться. Кнопку вниз, чтобы нахмуриться. Вправо – это злая физиономия. А влево немного испуганная. Ты можешь кивать и качать головой, двигая контроллер и даже управлять движениями бедер, щелкая левым джойстиком. Давай-ка покрутись. А если и этого мало, попробуй нажать кнопки конечностей и использовать левый и правый джойстик. Смотри, ты машешь рукой. Очень, очень хорошо. Я машу в ответ. Честно, честно. Это даже неловко как-то. Я знаю, тебе уже не терпится приступить к делу. Но не забывай об идеалах мира воображения. Творчество, общение и хорошее настроение. Причем, обрати внимание, без нас хорошего настроения не получится. А если каждый из нас еще и... Да-да-да-да,
Спасибо, старина. Дальше я сам. О, какая удача! Это же мой друг, готовый вместе со мной разобраться с Бредумом. Просто нажми на эту кнопку, и наше приключение начнется. Нет. Если я лицом к... Это значит, что слева от меня, и это... Да, вот так! Надо же, сработало. Ты здесь? Прости за неудобство, дружище. Меня зовут Ньютон. Ты в Бредуме, друг, дружочек, чек. В месте, где... По небу кружат легкие облачка воображения. Они неутомимо выпархивают из творческого сердца в самом ядре Бредума. Прекрасная, чудесная луна. Но, боюсь, теперь мы в ответе за судьбу Бредума. Я поясню. Еще до того, как негативитрон едва не погубил весь мир творчества, к источнику творческой энергии Бредума присосались три прожорливых паразита. Вдохновение иссякло, и мы зависли на краю бездны. А затем явились три героя. Быстрые. Умные. Удачные. Наконец удалось захватить титанов. Вернув Бредуму цветущий вид и творческие порывы, герои ушли на страницы мифа. А миф также гласил, что титаны вернутся. Сегодня, когда приходит ночь, все кошмары Бредума воплощаются наяву. И прихожу я. То есть мы приходим. Идем, мой верный помощник. Будущее Бредума теперь в руках двух отважных героев.
Давай спустимся с горы. У меня есть сюрприз. Оу, как же я люблю горный воздух. Он такой воздушный. Гористый. Двигайся вперед и назад, отклоняя левый джойстик вверх или вниз. Отклони левый джойстик вниз и нажми кнопку действия, чтобы спрыгнуть на ступеньку ниже. Если подпрыгнуть, стоя перед ступенькой, ты просто запрыгнешь на нее. Я тебе когда-нибудь рассказывал, как однажды застрял в шляпе? Да? Абсолютно правдивая история и до сих пор актуальная. Ведь тебе по-прежнему грозит опасность застрять в Little Big Planet. Если окажешься в безвыходной ситуации или в хитроумной ловушке, твой ключ к спасению – меню персонажа. Открой его с помощью кнопки меню и выбери пункт «Повторить» с помощью левого джойстика. Затем удерживай кнопку действия, пока твой маленький тряпичный друг не отключится. Он скоро вернется, выпрыгнет из последней пройденной контрольной точки и будет как новый. Слои прыгателя переносят тебя с переднего слоя на задний. Вот так. Прыгай вверх и вниз, как такая прыгучая штука. Отличная работа! Ты скачешь, как настоящий кузнечик. Нажми кнопку действия, чтобы активировать синий слой прыгателя. Нажми кнопку захвата, чтобы вскарабкаться там, где можно. Пока карабкаешься, можно прыгать. Нажми кнопку действия. Великолепно. Да я и не сомневался. Да, молодец. Идем. Нажми кнопку захвата, чтобы ухватиться за объект, и отклони левый джойстик, чтобы передвинуть. Когда будешь перемещать объект, нажми кнопку действия для рывка.
молодец. Да, мы круты. Хватай эту штуку и махни на ту сторону с помощью левого джойстика. Классно, да? Чтобы подготовиться к твоей, то есть нашей, очень опасной миссии.